Проблемы байкеров в городе, а также будущее сотрудничества мотоклубов с ГИБДД. Эти вопросы сегодня обсудили на встрече мотоциклистов с главным автоинспектором Челнов Радием Кадиковым. Желающих принять участие в беседе оказалось немного, но вот предложений поступило достаточно. Встречу начали с неприятного нарушений. Речь и о шумной езде по ночам, и не о соблюдении правил дорожного движения. За 5 месяцев текущего года в Татарстане произошло 23 аварии с участием мотоциклистов. Подобные ДТП нередко оказываются смертельными для байкеров. Автомобиль за счет конструкции кузова как бы весь удар принимает на себя. Мотоциклист, нежели он попадает в какой-то даже вроде небольшой ДТП. По мнению мотоциклистов, лихачит обычно молодежь. Не успев получить права, такие водители начинают испытывать и двухколесный транспорт, и свою судьбу. Решить проблему могли бы специальные курсы для начинающих. Курсы. Вот давайте твоего ребенка вот туда приведем, там его оденут полностью всю защиту, каску, черепаху, шлем повесят, дадут ему маленький мотоцикл. Прокатись сначала на маленьком, вот эту вот фигуру сделай, потом побольше. Начать взаимодействие можно не только на уровне обучения, уверен главный автоинспектор. Мотоциклисты могли бы выступить своеобразными экспертами, анализировать произошедшие ДТП. Ситуации бывают разные, конечно. Дорожная жизнь, она вообще, любой водитель скажет, что она далеко не проста. Вот. И известное вот это самое высказывание, что «не ты, так тебя». Вот, оно, конечно, актуально. То есть бывают виноваты и с той, и с другой стороны. Обсудить первые результаты взаимодействия инспектора ГИБДД и мотоциклисты смогут совсем скоро. В ближайшее время совещание пройдет повторно при большем количестве участников. Любовь Захарова, Андрей Буслаков, Челны 24.